Почему? Ты не сбежала, Джалин? Ты ведь могла уйти. Мне жаль, но твоего отца не спасти. Та жидкая штука украла его жизненную силу. Просто чудо, что ты смогла выжить. Но скажи мне, почему ты не сбежала? Потому что убийца внутри тюрьмы. Не снаружи, внутри. Его способность помещать души людей в компакт-диски, чтобы украсть их. Но он не вылез через окно, а пошел по коридору. Убийца моего отца сидит прямо в этих стенах. Только не говори, что ты хочешь вернуться назад. Думаешь, ты сможешь вернуть отца к жизни? Именно за этим я и возвращаюсь. Мне тяжело говорить такое, но мертвое тело просто разлагается. Та кость принадлежала моей матери. Он лишил ее души, и она умерла. Мне жаль. Меня родила заключенная прямо в тюрьме. И с тех пор я прячусь здесь. А у тебя есть имя? Я Эмпорио. Эмпорио. Благодаря твоей матери я осталась в живых. Спасибо. Но у меня есть странное предчувствие. Мой отец еще не умер. Если вернуть ему стенд назад, то он оживет. Поэтому я возвращаюсь. Ты сделал это. Ты наконец получил стенд, останавливающий время. Да. И все благодаря тебе, Джангари Эй. Из нас вышла отличная команда. Ты не мог бы помочь. Я потерял координацию, не могу встать. А ты не видел мой пистолет? Я потерял его. Он тут. Единственный, кто знал, кто я такой. Убийство охранника повесит на тебя, а я выйду сухим из воды. Кто-то с кем-то разговаривает. Джотаро говорил, что это отличная штука. Согласен. И вот как ей надо пользоваться.